Министерство юстиции объявило об обвинениях против 48 жуликов в Миннесоте, которые украли целых 240 миллионов. Это были деньги, выделенные по федеральным программам на борьбу с детским голодом. В период вообще триллионных средств, выделенных в период пика вируса на всевозможные стимулы, жульничество с получением федеральных денег приобрело колоссальные масштабы, но в данном случае речь идет о самой масштабной, известной к настоящему времени схеме. Она была по-гениальному проста. Деньги на щедрую продовольственную помощь как бы голодающим детям получали представители фиктивных организаций, которые никаких детей не кормили, но представляли просто соответствующие счета на оплату на общую сумму все-таки в 240 миллионов. Сообщали при этом о широких мероприятиях по распределению помощи, об открытии благотворительных кухонь. Некоторые из получающих дотации представляли документы, подтверждающие, что они кормили каждый день по 5000 детей, причем, как получалось, в своих квартирах на втором этаже многоквартирного дома для бедных. Другой благотворитель составлял списки сотен якобы получавших обеды детей, используя специальную программу на компьютере, но поскольку освоил он эту программу слабо, то в списках с повторяющимися фамилиями детей, якобы получавших помощь на протяжении нескольких дней, их возраст каждый раз оказывался иным. Местные власти в Миннесоте, через которых проходили все эти деньги, не самые быстро думающие, но заметить все эти нюансы с многомиллионными счетами на оплату кормления детей могли бы и они, хотя бы потому, что 240 миллионов хватило бы, чтобы кормить вообще все население Миннесоты все это время. Но в центре эпического жульничества была дама, которая сама и возглавляла комиссию штата по контролю за средствами, идущими на социальные программы. Эта дама сама организовывала сеть мошенников, затем получала от них откаты. А когда деятельность дамы вызвала подозрения и призывы к расследованию, она первоначально очень эффективно защищалась, говоря о том, что стала объектом расовой ненависти и дискриминации. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.